Здравствуйте, перед вами выступает Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песни про белый медленный танец. Где-нибудь в ресторане, блатная. Я сижу в ресторане напротив, я сижу напротив она. Че, пойдем потанцуем, чего ли? Приглашаю, короче, тебя. Танец белый для всех объявили, все столы побросали свои. И под музыку эту такую, ну пошли. Белый танец, кто придумал и когда? И движения такие, даже детские сполна. Тут не надо долго думать, даже голову ломать. Приобнял и все такое, и о чем-нибудь бла-бла. Вот и ладушки здорово как бы, атмосфера такая ничтяк. И поют как ребята красиво, что еще можно больше желать. Выпивон, закусон, все такое, и красивая рядом как ты. Но чего ты такая косая, от любви. Белый танец, кто придумал и когда? И движения такие, даже детские сполна. Тут не надо долго думать, даже голову ломать. Приобнял и все такое, и о чем-нибудь бла-бла. Я сижу в ресторане напротив, я сижу напротив она. Че, пойдем потанцуем, чего ли? Приглашаю, короче, тебя. Танец белый для всех объявили, все столы побросали свои. И под музыку эту такую, ну пошли. Белый танец, кто придумал и когда? И движения такие, даже детские сполна. Тут не надо долго думать, даже голову ломать. Приобнял и все такое, и о чем-нибудь бла-бла. Белый танец, кто придумал и когда? И движения такие, даже детские сполна. Тут не надо долго думать, даже голову ломать. Приобнял и все такое, и о чем-нибудь бла-бла. Спасибо.